Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей, от острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Так, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Смотреть вниз. Растений и животных, но каких? Попался. Да. Так, ты справишься. О. Да, Джейсон, ты можешь на... Каждое... Теперь я научу тебя захват. Готово, тогда сходи. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты — крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин-ракет.
Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. Это разница. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Лиза, я иду. Сказал, что пещера под водой. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Прыжок веры. Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. Впрочем, не полностью. Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска?
Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе, ты изумительно красива. Мне что, разделить вас как друзей? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Грант? Грибы. Вот они. Ого, и долго там был? Нашел подругу? Да, она в порядке. Спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Будь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау привезет тебя туда. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало. На Медузе кто-то поднял тревогу. Кретины. Мы ближе всех. Я отсюда вижу. Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда. Деннис, я напал на Медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен.
сдаться, гад! Подкреплений не будет. Ого! Не пускать его к оружию! Я сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Алло? Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла. Да, где же они снимают видео для выпуска? Лиза, я иду! Он идет в тюрьму! Выходи в пещеру! Лиза! А, черт! Лиза! Это ви... Бас! Ты где? Мы приведем! Когда в меня стреляют! Руки на 10 и 2! 10 и 2! Хочешь вести?
боже, о боже, о боже! Быстрей, быстрей! Тут ни шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Зачем заглушила мотор? Не я, он сам! Покрути ключ, меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Они перед нами! Джейсон, впереди! Все нормально есть? Поехали! Серпантин! Серпантин! Что? Уходим! Я все брошу! Быстрей! Быстрей! О да! Ублюдки не узнали, что их убило! Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Отличная находка. Давай, посмотри. Я тоже. Алло? Джейсон, я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов? Иди к ней. Кто она? Цитра. Лидер нашего народа. Она приведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. Мочи тачку! И во что я вляпался? Давай. За мной. О, черт! О, черт! Черт! О, не-не-не-не-не-не-не-не! Нет! Нет! Где я? Стой! А, чертовщина! Как это... Что?
возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. И ты чего такой неласковый, а? Ты так близок к концу. Давай! Заканчивай! Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Этот город прямо как из сна. Дела здесь вроде не очень. То место. Надо найти человека в белом. Это же парень из видения. Он отведет меня к Киту и Оливеру. Вот он-то мне и нужен. Точно. Нельзя, чтобы он меня увидел. Цитра усилила свои атаки. Да? Дела крови. Хоть предложил Васу деньги, власть. Я поступил бы так же. Эх, да пошло оно! Не беги впереди провоза. Давай решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. И что будешь делать? Нарыло что? Заметил? Стрелять. Нет, тут только признаки. Все путем. Я торгую на самых выгодных условиях. Нет, чуть не влез. Пора завязывать с кофе. Тебе интересно? Ты думаешь, я тебя обманываю? Я занят, но... Чуть не влез. Пора завязывать с кофе. Поспрашивай у людей. Иди, узнай обо мне. Тебе все подтвердят, что я самый честный торговец. И у меня самые низкие цены. Самые! Итак, где мои деньги? Мне плохо. Меня это не волнует. Ты решил обмануть меня? Мне нехорошо. Тебе нужно лекарство? Прошу, нет! Вот твое лекарство. Тебе лучше? Обманешь меня еще раз, и я убью тебя нахрен. Не хотите минет перед смертью? Черт, пронесло. Пора завязывать с кофе. Что? Старею. Что? Черт, пронесло. Старею. Черт, пронесло. Пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусачки! Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Правда? Да. Так ты Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик.
обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот скормлен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит, мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускает нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираюсь Киту Рэмзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Я буду подыгрывать, пока это помогает мне найти друзей. Может, Дэнни знает что-то о Хойте? Эй, Деннис! Джейсон, что нашел? Сиденье указало мне на человека. Кажется, он шпион вроде. Странно. Я никогда не слышал о нем. Он рассказал мне об Оси Васа. Хойте. Хойт Волкер. Берегись его, Джейсон. Ты думаешь, Вас чокнутый? Но все зло на острове идет от Хойта. Он отнял у Васа его разум. Это он, кукловод. Ух ты! Ладно, поберегусь. Чё? Дофига травы. Не могу пройти! Одно есть. Осталось три. Круто! Уберитесь и не подпускайте его к причалу! Мочи! Вот и четвертое пошло. Пятый номер отжег на совесть. Одно есть. Все! Пора валить. Хай. Я в Берестауне. На холме есть хижина. Оттуда виден центр деревни. Не выдай себя. Тут Хой. Ух
Ладно, Джейсон, за дело. Меня ограбили. Где оно? Эй, охраняй, пока я ищу. Живей! Я не могу найти документы. А прибыли ее сбросили на пол. Все мои вещи. Ну и бардак. Окей, заходи. Прости за бардак. Уиллис, есть фотка. У пиратов шифр времен каменного века. Оливера везут по старой дороге. Я отправил координаты. Хорошо. Я уже в пути. Удобную позицию до того, как его пересадят.
удобный выступ. Где же Оливер? Подожду Оливера. Тёлли сесть в вертолёт. Тёлли, давай! Олли, прыгай в костюм. Оливер, сюда! Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Разрываемся! Уиллис, ты? Эйсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак. Полный мук.
Здесь все сильно разрушено. О, черт! Здесь люди Васа? Это место меня пугает! Вон там! У меня есть лодка! Вперед! Джейсон. Мне нужен тот уступ. Иду прямо под обвал. Страшно.
Почему у меня плохое предчувствие? Ясно, здесь не выбраться. Ого. Часть компаса. Все рушится! Что они тут делают? Их баг, что ли, набил? Yeah.
окажись кислота. Я туда не пойду. Теперь мой. Тезам, откройся. Мост накрылся. Должен быть... Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел? Нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Сдохни, сучий сын! И ты чего такой неласковый, а? Привет. Whoa!
Колонна уже в пути! Да? Эй, Джейсон, это Лиза. Я занят, что там? Хотела сказать, что тут лодка. Когда вернешься? Не знаю. Ты вернешься? Да. Ладно. До встречи. Они не понимают. Я подрываю заряд! Это не пираты. Это вроде не люди, Васа. Вижу врага! Черт! Это еще кто? Хорошо организовано. Эти вроде как солдаты. Бегите! Огонь! Черт, где укрытие? Эй, Джейсон, скучал по мне? Все укрытие! Сдохни быстро! Там, наверное, войны. Я подниму тревогу! Вертолет. Времени мало. О, боже. Мне нужна... Мне нужно отнять свои вещи у пиратов. Что это? Я тебя зарежу! Алло. Джейсон, предупреждаю. Вас, могучий воин, но ходит как демон. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом Хойт. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Что ты за человек? Ты идешь их мусор, а не свою. Но я чувствую.
пойду за ним. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейсон! Такой мир! Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку, Джейсона Броди! О, Джейсон! Ты пришел завалить! Что ты за человек? Здесь мир балансирует, а я точка равновесия. Летят гребаное небо, ты думал, что ты схватил судьбу за вертлявую жопу? Но, брат... Ты сильный. Как тебе с моей сестричкой? Могуч. А? Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Давай, нажимай. Давай, паскуда. Спускай курок! Ты — это я. А я — это ты. Прими меня в свое сердце! Сдохни, сволочь! Прими как спасителя! Прими к сраному Христу! И дай возродиться! Whoop!
остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть Папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент. И он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. Тобой или без тебя. Пираты окружают меня, выручай. Он вон там! Эти красные забрали ветер из его парусов. Я исправлю. Похоже, им это поможет и кровь. Почти готово!
Офигеть. Здоровый хрен существует. Я бросаю. Кол! Ва-банк. Мои карты, отстой! Чувак! Надо же, победа! Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Куда он пошел? Будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. Я знаю, что делать. Удачи. Форму. Нужно послать кого денег. Получите. Нельзя убивать, а то поднимут ты. Нельзя прыгать в воронку. Большой риск. Нельзя.
рукава скроют тату. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Как поживаешь? Эй! Я выгрузился. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или... Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Снова пусто. Может, у последнего что-то есть? Осторожнее! Не список. Ну что это? Записка? Сэм, я пришел в храм. Убил трех парней. Пусто. Списка у тебя так и нет. Я печален. Я. Да, но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Здесь был бой. Я. Хойт пошлет своих псов убрать тела. Класс. Я разряжу мину! Прикрой! Готово! Вперед! Время против нас! Они на складе! Здесь еще одна! Прикрой! Лезь по лестнице на крышу! Готовься!
Давай же! Мало времени! Становись вон к тому орудию. Мне так спокойнее будет. Я. Готово! Я выиграл! Джейсон, сюда! Вот это место. Надо сделать снимки главарей. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Отсюда все. Я заберу его. Надо найти взрывчатку. Гнида! Очень зла. Пора отсюда сваливать. Ушел.
готово. Я достал список. Гуд. Я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Становится все интереснее. Откуда это у Хойта? Кем я стал? Пора отключить Хойту телефон. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. И оставь немного С4 для стальной двери, закрывающей вход в бункер. Я... Большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Оппонент Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет чики-чики. Разряжаю бомбу. Бомба разряжена. Сюда.
повеселимся. Ну все. Айнс, давай, давай. Пошел. Прыгай. Джейсон. Деннис, я нашел брата, он жив. А что ходит? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон. Ты воин, Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат. Все необходимое? Поищай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Когда веселишься, время бежит. Еще один. Готово! Когда веселишься, время бежит. Еще один. Занимай пулемет. Я иду внутрь. Бей по тачке! Я поведу! Сейчас рванет! Убей их! Ну что, друг мой? Вабан, а мне спешить некуда. Отвечаю.
Я поднимаю. Кол! Оставляю. Оставляю. Я пропущу. Оставлю. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Так, я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался, а меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Знаешь что, Джейсон, я сделаю тебе поблажку, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. Теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я научился этому до твоего рождения, сынок. Ну давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья. Они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Ты не можешь выиграть. Все карты у меня! Ты чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Райли,
Кто? Я тебя не слышу! Что за хрень? Аэропорт уже близко. Будь там, Райли. Черт. Вот еще не хватало. Что ты не придешь. Нужно бежать отсюда. За мной. Я уж думал, что не увижу. Что за хрень? Это Броди? О, боже мой! Мы все умрем! Это конец! Нам хана! Лети и все! Ладно, ладно. Я не знаю, что делать! Используй силу! О, спасибо! А сам не хочешь? Враги на мосту! Фу, получи! На мосту! У них вертолеты! Хорошо выходит, продолжай! Готов вертолет!
хорошо учился. Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо, хорошо, я смогу, смогу. Да, ладно. О, это круто! Кто тут? Черт! Лиза! Дейзи! Оливер! Я не понимаю. Мне нужно в храм. Райли, нам надо идти сейчас! Держись рядом. Где все, черт возьми? Иди по пути боли, враг ты могуч. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Какой ты воин? Воин, ты стрелял Базу в спину! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее татау. Все они падут. И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Думаешь, ты шоешь только потому, что у тебя тату на руке? Я схожу их с Эйзом! Я твоя. Мы все твои. Это твой... Ты живешь в мире фантазии! Я все это задру! Все это! Дойди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. My fucking God. Ты больше не будешь воином и героем. I got it. Разъедутся. У них будут дети. I finally got it. Джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. Sub 159. I got the sub 2. Yes. I got it. Посмотри на меня. Будь со мной. Oh my God. Они тебе не нужны. Wow. Джейсон, я люблю тебя. Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня. Спасла всех. И ты отвергаешь её. I don't believe it. Wow. I actually got it. Я люблю тебя. Не бросай меня. Мне жаль. The run was not like clean, but it was smooth. Пожалуйста, не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет! Не бросай меня! I'm done! Finally!
Oh my god. It took 3 months. I actually got sub 2. I got to North Island, not North, South Island, 6 times on sub 2 pace. Забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. I still can improve this, but I'm happy with this time. I'm really happy. Looks clean as fuck. Oh! Looks clean, bitch! Nice! I actually got it. Oh my god. Oh. Wow. Okay. GG's. Yeah. Thanks for watching this. Bye-bye.